противника, как бы, ну, не активно. Да? Сейчас мы как бы сделаем более какое-то такое реалистичное упражнение, да. То есть, да, предположим, я сумел как бы каким-то образом, да, поймать его ноги, да, в этом положении. Да? Я опять же на них давлю. Что как бы он сделал, попробует сделать? Ну, он меня как бы попробует, да, оттолкнуть от себя. Так? Тут, значит, нужно как бы это движение поймать. То есть, если как бы вы будете сопротивляться, он вас отбросит, если, значит, у него более-менее сильные ноги, да. То здесь у меня никакого особого как бы нету контроля, да. Каждый как бы здоровый мужчина, да, он может выжить, ну, намного больше ногами, чем я вешу. То есть я буду, если, то есть я его ноги не удержу. То есть мне как бы это вот какое-то положение, да, оно как бы очень временное. То есть он меня чуть отталкивает, да, то есть я что делаю? То есть я не препятствую ему, то есть я сразу же как бы отпускаю ноги, да, и выхожу коленом вперед. Да? Здесь раз, два. То есть я как бы даже ему помогаю, значит, помогаю ему пробросить ноги, то есть я как бы проваливаю. То есть как бы это удобнее делать в кимоно, но я как бы очень продвинутых людей, да, мастеров как бы открытого гарда, я проходил гард именно таким способом. Стандартом у меня не получалось. То есть, если я проходил гард, да, я проходил именно так. То есть, я вот контролировал, да, он меня отталкивал, хоп, я прошел. Раз, да, два. Давайте попробуем.